против нашего полка начали устраивать провокации и клеветать. Считаем это недопустимым. Нам наша честь дороже жизни. Бойцы чеченского полка имени Ахмата Кадырова записали видеообращение к Владимиру Путину. Российский президент, по мнению участников видео, должен пресечь нападки на нацгвардейцев со стороны «Новой газеты». Звучат в ролике и традиционные обвинения в сотрудничестве с западными спецслужбами. Чтобы получить политическое убежище против нас, какие-то подонки сочиняют ложь, придумывают все, что им угодно. Понятно, почему они это делают. Ну и вообще с этими людьми все ясно. Полицейские также напомнили, что в Чечне 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Общественная палата Чечни тоже обращалась к российскому президенту за защитой. В Кремле на видеообращение отреагировали, но сказали, что оно не по адресу. Президент не является судебным органом, он не может принимать судебное решение, не может принимать иски в отношении редакции газеты. Накануне в Грозном прошел немногочисленный митинг. Его участники собрались с плакатами против «Новой газеты». Издание уже несколько лет занимается расследованием массовой внесудебной расправы, которая, по данным журналистов, произошла в Чечне в январе 2017-го. На этот раз «Новая» опубликовала свидетельство Сулеймана Гизмахмаева, в прошлом старшего сержанта полка имени Кадырова. По его словам, в подвалах на территории полка пытают людей, а некоторых казнят на месте, без суда и следствия. Через 3 месяца после описанных им событий, в апреле 2017 года, Гизмахмаев уволился из органов и покинул Россию вместе с семьей. Он получил убежище, его местонахождение не раскрывается из соображений безопасности. Однако правозащитники мемориала рассказывают, после выхода статьи «Новой газеты» в Чечне задержали 3 родственников бывшего полицейского. По данным мемориала, от них потребовали сказать, где находятся мать, брат и сестра Гизмахмаева, а также добиться от старшего сержанта опровержения статьи «Новой газеты». Глава республики Рамзан Кадыров ранее неоднократно угрожал редакции «Новой газеты». Публикации издания он называл провокационной античеченской травлей.